Закон ясен. Когда будет сломана седьмая печать, четыре всадника должны выступить и покарать заблудших. Будьте сынами человеческими, посланцами небес, либо исчадьями ада. Все на земле подвергнется их суду, и вновь воцарится мир. Ты забыл свое место, всадник! Ты забыл закон! Зов еще не прозвучал, и все же разрушитель вывел свои войска, и ты был под его черным знаменем, если верить словам. К черту лживые слова! Печати были сломаны, я явился на зов! Тогда где были остальные всадники? Почему они не явились на зов? Семь печатей сокрыты, как и были сокрыты со дня заключения мира, вечность назад. Они не тронуты. Никакого зова не было. Ты помог стороне тьмы, нарушил священный договор, чем погубил мир людей и нарушил равновесие. Смеешь ли ты отрицать это? Когда явился я, небеса и ад уже вступили в бой. Авадон был там. Он знал, что происходит. Авадон погиб, сражаясь с хаосом, разразившимся по твоей вине. Я сражался с демонами, даже лишенный сил, и все же вы вините меня! Твое поражение тебя не оправдывает. Надо полагать, разрушитель использовал тебя и отвернулся. Ты приступил закон, всадник! Ты будешь наказан! Я служу только совету. Только равновесию. Никогда не было иначе. Отправьте меня назад. Я покараю тех, кто виновен. Что? И как же ты надеешься одолеть армию разрушителя? Ты же бессилен! Когда я погибну, и руками демонов будет исполнен ваш приговор. Так тому и быть. Ты вернешься на землю. Но за тобой будут следить. Подойди. Возьми оружие!